Ежегодно, начиная с 2005 года, в ноябре кафедра иностранных языков юридического факультета РУДН проводит межвузовскую студенческую конференцию «We speak legal English, French, Spanish». На иностранных языках обсуждаются аспекты взаимодействия языка и права, особенности языка различных отраслей права, актуальные вопросы сравнительного правоведения, проблемы юридической терминологии. Такой высокий профессиональный уровень осуществляется при поддержке руководства юридического факультета. Мы являемся международно ориентированным и университетом, и юридический факультет также является международно ориентированным. Мы считаем, что знание языка – это просто необходимость для юристов. И я думаю, что вот эта конференция будет способствовать тому, что наши студенты будут более тщательно, более серьезно относиться к изучению иностранных языков, потому что это дальнейшее их продвижение по их юридической лестнице. В числе организаторов конференции профессор Анастасия Анатольевна Атабекова, доценты Римма Георгиевна Горбатенко, Наталья Николаевна Удина, Валентина Витальевна Новичкова, Ирина Николаевна Мешкова, старшие преподаватели Каму Павлович Челенгарян, Ирина Игоревна Крузе, Ольга Александровна Шереметьева и Елена Павловна Калашникова. В качестве модераторов пленарного заседания и тематических секций работают студенты юридического факультета и представители других вузов. Мы очень любим приезжать на эту конференцию. Для нас уже стало это традиционное. Мы приехали сюда в четвертый раз. И дети очень благодарны, что у них есть возможность выступать на английском языке в таком замечательном вузе и говорить о своей будущей специальности на языке, который они изучают. Формат конференции включает пленарные заседания, работы секций на английском, немецком, французском, испанском языках, онлайн-сессии с зарубежными вузами. Нам очень приятно, что эта конференция проводится уже в шестой раз на юридическом факультете силами преподавателей кафедры иностранных языков юридического факультета. Нам очень приятно, что нас поддерживают коллеги из других городов, и вы видели, что сегодня здесь и Российская правовая академия, и Саратовская государственная академия права, и представители МГИМО, МГУ, а также наши коллеги из университета-партнера университета Небраска в городе США. Более того, вечером у нас также состоится онлайн-сессия с университетом-партнером университета из города Зальцбург. Поэтому мне кажется, что это доказательство того, что студентам интересно принимать участие в таких конференциях. С одной стороны, это практика по иностранному языку, с другой стороны, это возможность понять, насколько важен иностранный язык в профессиональной деятельности юриста. Общее количество участников конференции в ноябре 2010 года составило 69 человек. Они представляли 5 российских вузов и американский университет-партнер РУДН. Члены делегации из университета штата Небраска в городе Омаха, США, подготовили презентации 3 коллективных проектов. And look forward to informing Russian students about legal topics. Рассказать российским студентам о правовых аспектах. Of great importance in our current events. Которые представляют наибольший интерес для современного американского общества. We've been very impressed by how open and friendly all of the professors and students have been. Нас произвело большое впечатление, насколько открытые, приветливые, гостеприимные преподаватели и студенты этого университета. We've had excellent instruction in the Russian language for. У нас очень хорошие консультации, уроки по русскому языку, которые проходят в течение этой недели. And we've been quite fortunate to travel all around Moscow and see many beautiful sights. Мы видели много интересных мест в Москве за в течение этой недели. So we've had a wonderful time, and we're so grateful for the opportunity to meet all of you and see Moscow. Это действительно замечательная возможность встретиться с российскими людьми и видеть Москву. We all have varying majors or areas of study, and we were all just very interested in coming to Russia to see the culture and experience something outside of Omaha. Moscow is a beautiful city, and I love being here. And everybody, it's just a different culture, and the university is a beautiful campus. I enjoy being here. Организация подобных конференций стала традицией для коллектива кафедры иностранных языков юридического факультета РУДН. Подобные мероприятия помогают студентам оценить свои возможности в области иноязычного профессионально ориентированного общения в правовой сфере, позволяют определить дальнейшие приоритеты в изучении иностранных языков для будущей успешной работы в качестве юриста.